Уехали в другой город и перестали выходить на связь. Без вести пропала семья из Магнитогорска. Пропавшие 54-летняя женщина и двое ее сыновей в возрасте 25 и 20 лет. Разыскиваемых зовут Наталья, Игорь и Георгий Разгулины. Предположительно, они отправились в город Муром, что во Владимирской области. Вестей от них нет с 30 ноября. Сейчас родные и близкие ждут любую информацию касательно местонахождения пропавшей семьи.